Сынок, а когда это у нас уже серьезность будет проявляться к 23 годам? Какая серьезность? Взрослая. Кстати, да, я в твоем возрасте уже на 5 работах работал. Что вы подразумеваете под словом серьезность? Стабильная работа, пару кредитов, ипотека и отпуск в деревне. Перевожу на русский. Жениться на какой-то бэушке, зарабатывать $300 и умереть по своей же прописке. А как ты хотел? Так все живут. И ты будешь. Не надо за меня строить мою судьбу. Кредит это святое. Так помолись.